Мы с вами находимся на межрегиональном фестивале лоскутного шитья. И состоит он у нас из трех блоков. Это лоскутные живописцы с их проектом «России женская душа», импровизация в пэтчворке и один большой такой наш алтайский проект, ну, даже больше он сибирский, лоскутная мозаика Алтая. Поговорим с вами о проекте «России женская душа». Это проект от объединения «Лоскутные живописцы», которое основала жительница Москвы. Она сплотила под своей эгидой многих мастериц России, и они взяли картины Андрея Симакова из цикла «Русский календарь» и решили их переработать как-то по-своему именно в технике лоскутной живописи. Хоть это и лоскутная живопись, но ни одного мазка краски на этих произведениях нет. Все сделано чисто именно лоскутным шитьем. А все переливы, светотени и тому подобное созданы за счет контраста разнообразных лоскутков и ниток разного оттенка. То есть, если мы посмотрим на любую из изображенных женщин, например, в ее каком-то таком красном, розовом румянце, в их переливах, кажется, что это нарисовано все красками. Но на самом деле, если приглядеться, мы увидим такие маленькие везде стежочки, флажочки, ниточки. Все сделано чисто из ткани. А вот проект «Импровизация в пэтчворке» – это совершенно другая история. «Импровизация в пэтчворке» – это такая импрессионистическая модель повествования. То есть то, что на душе, какие у тебя впечатления, то и выражается именно в лоскутной живописи. Для себя тему мастерицы взяли не очень простую – это проблемы экологии. Это то есть и вырубка лесов, загрязнение океанов не только пластиком, но и нефтью, продуктами нефтепереработки. И если художники поднимают проблему исчезновения леса, то это может быть что вырубка, что пожары, что все то же загрязнение и уничтожение, проблемы осушения рек. И все вот эти экологические проблемы художники пропустили через себя и выразили, но именно в такой импровизационной манере. То есть в этой технике не было линеек, чтобы выделить каждый квадратик, все подобрать друг к другу. Нет, это импровизация, это вот как идет у вас душевный порыв, так и идет стежки машинки. Ну, а самая основная часть нашей выставки – это лоскутные узоры Алтая. Сложно назвать эту выставку именно лоскутными узорами Алтая, потому что в ней принимают участие не только алтайские художники. Это и горный Алтай, это и Тюмень, Красноярск и другие наши сибирские города. Но так как идейный центр все-таки у нас на Алтае, то и выставка носит именно название «Лоскутные узоры Алтая». Тут все более разнообразно. Это разнообразные техники, разнообразные материалы и все, что только может оказаться подвластно мастерицам лоскутного шитья. Это могут быть сумки, одежда, детские игрушки, предметы обихода. Ну, изначально эта техника так и возникла, то, что раньше ткань, как и шитье, было доступно, ну, не очень большому и широкому кругу потребителей, потому что, ну, скажем прямо, ткань была дорогая и доступна только богатым. Но все-таки у бедных тоже была ткань, они ее очень берегли. Любой, я думаю, человек, который связан с шитьем, знает то, что когда работаешь с выкройкой, то остается очень много всяких лоскутков, обрезков. Кто-то их выбрасывает, но было решено собирать их, а потом из них
сшить что-то. И первоначально это были такие пододеяльники. Потом придумали набивать это все каким-нибудь пухом, шерстью и тому подобным. И так и появилась вот эта вот техника. Это так и называется квилт. Ну, а, соответственно, из квилтинга вырос и пэтчворк. Это было и издревле, то, что хозяйки с многих домов просто обычными тихими зимними вечерами собирали свои кружки и делали что-то в технике лоскутного шитья. А иногда была даже такая традиция в определенных селениях, в деревнях, то, что каждой хозяйке давался небольшой такой участочек, квадрат, и она шила свой квадрат по своему какому-то такому разумению, по своему настроению. В другом доме шили другой квадрат, в третьем – третий, и позже это собиралось в одно такое большое одеяло, которое где-нибудь, да, потом на каком-нибудь празднике выставляли, вывешивали. Также и сейчас существует очень много лоскутных клубов, которые точно так же собирают вместе с собой всех мастериц, и они делают какой-то свой большой такой личный, либо общественный проект, которые тоже тут представлены. И сейчас ощущается очень большой подъем именно в этой технике, интересы к этому всему, как в России, так и в мире.